Всем привет, вас приветствует игровой канал Сэн Геймерс, меня зовут Пашок, продолжаем проходить Call of Duty 2. Коробочка, у нас сегодня миссия. Так, нам орут стреляют минометы в сарай. Сейчас заходим, меня подождите. Все, отлично. Мы в сарайчике. Сколько у нас еще, наверное, 3 миссии до финала осталось. За сегодня, я думаю, все пройду. Время-то есть пока. Чё? Чё, Макгрегер? Не Макгрегер, точно. Так, пошли, давай. Ох, ё-моё, здесь. Я иду. Чё уничтожить её вражеские минометы? А, точно, миномет по нам стреливает, мы их и должны уничтожить. Так, сейчас здесь завалим этих. Что ж ты везде перезарядка? Мне повезло, что у тебя отстойное оружие. Умри, кувырком. Да идите вы. Куда поехали? Ой. Довольно-таки много там человек было. Ура, я один захватил. Отлично. Как про давайте сейчас. Тут ударил. Крыса какая. Так, что же ты будешь делать? Так, типа... А, нормально. Так, отлично. Может, меня здесь тут убил? А, ну хотя он там какой-то хач лазит. Да, привет. Так, надо вот этих верхних слить. Это что? А, это провода. Вот это шнуры висят. Ой. Так, все норм. Так, не смогу пройти, ой, здесь могу пройти. Ой, у меня там бочками все. Вот так вот сейчас все повзрываем. Так, все отлично. Идите отсюда. Захватите немецкий полевой штаб. Я же вот в той миссии только что штаб захватывал. Еще что ли один? Куда побежали? Ой, это наш. Не успел. Блин, так. Это штаб, да? О! Нормально так. Так, нате. Так, что, всех завалил? Так, нам пробираться. Надо терять время, пробираться. Отлично. Так, сейчас быстренько прорвемся.
помню, вроде та миссия, где надо дом защищать, что ли, или нет. Да. Это та миссия, сейчас мы дом захватим, будем его защищать. Велик. Там пальчик не пострелил. Так, окей, что у нас здесь? Как там? Липтон. Липтон чай. Да. Здесь есть кто-нибудь в сарайчике? Никого нет. Отлично, да, идем дальше. Стой. Куда? Я не хочу в рукопашку. Так, здесь подвальчик есть, да, вот он, я помню его. Так, сейчас я его скидаю. Давай, капитан Прайс, самый смелый. Ну, здесь от гранат все полегли. Да, привет. Так и знал, что кто-то бить будет. Все? О, давай, с прикладом, на. И давай, найди укрытие. Следите с капитаном Прайсом на кухне. Мне, парни, сюда. А где кухня? Это а, все. А, здесь рация. Отлично. Так точно. Капитан Прайс. Блин, не успел. Чувак, ты дурак. Так точно! Может было за пулемет сейчас пойти сесть. Блин, не успел поставить. 3 минуты, нормально. Так. Я сейчас им гранатами. Если каждый патрон на счету, окей, тут гранатами. Гранатами раскидаем. Рука. А, вот чувака рука. О, здесь пулемет был. Отличное место под. Да, блин, 10 раз это говорят. Да здесь столько их, мне бы хотя бы кто-нибудь помог, блин, гранаты кончились. Ладно, давайте тоже там его замесу сделаем. Чтоб пулеметчик вас не видел. Так, чувак, умирай. Умирайте. Не внутри, я здесь целую роту сдержал. Какой гора трупов. Ох, блин, патроны везде качаются. Здесь тоже лесенка. Минуту еще держаться почти. 40 секунд. Ой, мне повезло. Теперь вообще все кончилось. Пулемет, не пулемет. Это не пулемет. Она сзади, она сзади, она сзади, она сзади. Да что ж ты, блин, меня убили. Парылкиной, фашисты. Ох, ё-моё, ещё откуда? Так, давай, шмастер, всё. Баба! Гора трупов. Да
Ё-моё, чё сюда все идут-то идут, да? Ой. Упаковка. Это прям как в Old Last, когда мы убегали от жирного, когда у нас, когда он вообще лифтом выбило на кучу трупов. Только они в нормальном состоянии эти хотя бы лежат. Так. Кто приехал вообще? 40 секунд осталось, ладно. Погасимся пока где-нибудь. Прайс. О, подвал точно. Здесь есть кто-нибудь? Через подвал вообще, по-моему, никто не идет. О, это с патронами нормально. Да куда ты кидаешь, дебил, дебил. Уничтёте танк Тигр, как я его уничтожу? А, его, наверное, заминировать, да? Блин, сейчас еще туда идти. Слева, пойдем зайдем. Вылезай туда, чёрт, в окно. Куда же не бежишь? Сейчас его взорву сам. Опа. Все. Музыка победы. Ох, ё-моё, как разнесли-то. Стен, кого трупаки лежат, которого я перебил? Как дорожка. Куда идти-то еще? Говорите давайте. И сразу техника приехала. Поздравляем, вы завершили британскую кампанию. Окей. Победа. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Пашок. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Всем удачи, счастливо и пока.